Фаина предлагает Кривицкому свою поддержку и помощь в любых вопросах. Брагин выходит на новую работу вместе со Стасом и его командой. Нарочинская недовольна решением мужа. Она просит Олега беречься. Но отношения с новыми коллегами Брагину выстраивать некогда. Врачи едут спасать пострадавших при пожаре в студенческом общежитии. И Брагин, конечно, бросается в самое пекло.